Несмотря на серьезные травмы, Денис Тен, к радости отечественных любителей фигурного катания, к Олимпийским играм сумел подойти в отличной форме. У Дениса те травмы, которые все-таки дают о себе знать, и нет времени залечить их, они сказываются, но он справился очень достойно в этом сезоне. На Олимпийских играх в короткой программе казахстанец допустил ошибки и стал только 9-м. Но на следующий день на очень высоком уровне откатал свое выступление. В отличие от Тена, его прямые конкуренты японец Ханью и канадец Патрик Чан были далеки от идеала. И, к удивлению многих, получили гораздо больше баллов, чем казахстанец. По мнению первого тренера нашего фигуриста, казахстанским спортсменам частенько занижают оценки. Нам сложно вот Казахстану, да, потому что выходишь, если делаешь одинаково, где-то назад ставят. Где-то надо делать на порядок выше, чтобы вперед. И вы сейчас тоже это увидели на произвольной программе. Я считаю, что Денис откатал лучше. Его в произвольной программе было место первое. Успехи Дениса Тена стали мощным импульсом в развитии этого вида спорта в нашей стране. По традиции, сильнейшие фигуристы и лучшие тренера базируются именно в Алматы. К универсиаде 2017 года в нашем городе будут построены 2 ледовые арены, где в будущем смогут тренироваться молодые таланты. Мы очень надеемся, что нам все-таки достанется эта ледовая арена, и мы будем развивать фигурное катание там. Бронзовый призер Сочинской Олимпиады вернется на родину в ночь с 23 на 24 февраля. Поклонники уже собираются встретить Тена в алматинском аэропорту. Айжан Курмашева, Арсен Сандыбаев, телеканал «Алматы».